Вчера мы сняли машину, мы приехали в аэропорт. Я с менеджером Мирославом, с Костей, моим другом, который работал на Нави 5 лет, оператором Нави. И когда эта вся ситуация началась, вы не представляете, как он паникует, потому что его жена там одна. И когда он сказал Virtus.pro попросить помощь, знаете, что Virtus.pro ему ответили? Они сказали: вот тебе визовый центр Украины в Катовице, обращайся к ним. Сразу хочу сказать про менеджера Virtus.pro. Это человек, когда началась война, просто вышел на улицу, обнял Костю, человек с Питера, и расплакался, и сказал: я не знаю, что дальше делать. Он всеми своими эмоциями пытался поддержать нас всех.